Мне кажется, первая половина группового этапа Лиги Чемпионов удалась. Как думаешь? Безусловно. Отличный футбол и несколько неожиданных результатов мы уже увидели. Но главное, что сегодня могут окончательно сформироваться лидеры группы. Сегодня Порту встречается с Манчестер Сити. Мы видим состав команды хозяев. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Смотрим состав Манчестер Сити. Тренер выбрал классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим... Эй, и выводи команду вперед! С игрокам мяч попадает. Вперед идет атака, интересно может быть. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Можно забивать. Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Мало кто ждал такой прыти от сегодняшних хозяев. Пока что они прекрасно проводят групповой этап. Знаешь, мне кажется, эти ребята уже прыгнули выше головы. Но почему бы не продолжить эту успешную серию? Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Отличную форму набрал сейчас Пауло Дибала. Хорошую игру он демонстрирует. В прошлой игре он отгрузил 3. Конечно, соперник сегодня постарается лишить его мяча, но получится ли? Мяч перешел к другой команде. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Душ Сантуш Авейру. Габриэль Жезус. Опасно! Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Будет навес. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Душ Сантуш Авейру. Кевин Де Брюйне. Пауло Дибала. Жезус. Рахим Стерлинг. Есть шанс выйти вперед! Выбивает мяч игрок. Аут бросает Манчестер Сити. Семедо. Душ Сантуш Авейру. Кевин Де Брюйне. Пауло Дибала. И есть вариант, куда сделать пас. Удача. Где-то там есть Де Брюйне. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. 1-0. Сейчас будет веселее. Оттавио. Кевин Де Брюйне. Санти Мина. Пауло Дибал. Жезус, надо решать! Какое... Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ай да гол! Сыграно как по нотам. Да, к защите тут большие вопросы. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Есин Брыми. Мяч вперед идет к чужим воротам. Шансель Мбемба. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Отличный вынос. Рахим Стерлинг. Санти Мина. Дибала. Кевин Де Брюйне. Безусловно, любое место в группе, кроме первого, будет воспринято командой как провал. Это вполне объяснимо. Манчестер Сити – клуб, который сегодня претендует на высшие позиции в любом турнире. Оттавио. Появляются свободные. Видит игрока впереди и отдает пас на ход.
Навес в центр штрафной. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Кевин Де Брюйн. Санти Мина. Менди. Любимый счет Пари. Манчестер Сити начинает второй тайм. Пока что команда выигрывает. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Есть поддержка здесь. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч и все. Жезус! И гол! Манчестер Сити забивает. Ну что сказать, голище, великолепная передача с правого фланга, да посмотри, как он сыграл. Оказалось бы, Георгий, да, все просто, увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную, но как исполнено, а? Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Санти Мина. Жезус. Рахим Стерлинг. Четко и надежно сыграно. Выносит он мяч из штрафной. Дибала. Удар! Команда готовится подать угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. И забирает эту подачу вратарь. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. И за боковой мяч ведут в игру футболисты Манчестер Сити. Душ Сантуш Авейру. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Грубый отбор. За это желтое может быть. Это желтое, все по делу. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой всегда карается штрафной. Выбит мяч из штрафной. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Прекрасная игра защитников штрафной. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Грилиш. Жезус. Отличный пас. Бернардо. Ох, какой гол! Какой гол! Ух, как зарядил! Как из ружья! Занял отличную позицию и мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. Одна команда сегодня на поле. Сержо Оливейра. Данило Перейра. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело.
Не может такая слабая игра остаться без реакции на трибунах. Недовольные такой провальной игрой болельщики, их команда должна что-то предпринять. Нельзя так своих фанатов подводить. Грилиш. Корона. Тут его накрывают. Арбитр назначает штрафной. Замена будет у нас. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Габриэль Жезус. Бернарду Силва. Бить надо! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли. Игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. Вперед идет атака. Интересно может быть. Дибала, решай! Опасно! Гол! Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Вот такой вышел матч на Кураже от первой и до самой последней минуты. Такое впечатление, что вообще играла сегодня только одна команда, она полностью переиграла своего соперника. Есин Брэми. Есть адрес у этой передачи. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. В центр штрафной мяч направлен. Плохо подал угловой, мяч у вратаря.